Привет, с вами Ирен и канал «Алмазничаем с Ирен». И сегодня у меня начинается новый процесс. Но сначала я вам покажу кое-что. Вот я не устаю повторять, что самые классные контейнеры, если вы выкладываете большие картины, является вот такой органайзер моей мечты, так его называю. Вот такой органайзер, он стоит примерно от 18 до 25 долларов. Однажды я увидела на Амазоне цену 40 долларов, но на Алиэкспресс, конечно же, дешевле. И когда идут распродажи, можно его там на пару долларов дешевле купить. Вот в такой коробочке он приходит, его можно использовать не только в алмазке, но и хранить всякие прибамбасики для ювелирных изделий, кто занимается. Такой пузырчатой вот упаковочке. Нравится мне вот так делать. Так, что здесь у нас? Так, у нас здесь сам органайзер. Знаете, какой органайзер? Вот где три больших контейнера, потом вот 10 вот таких поменьше. Затем, сейчас давайте открою, вам покажу. Ой-ой-ой. Намертво. Так, я еще не открыть не могу. Так. Сейчас. Ой-ой-ой. Ну, в общем, как-то так. Вот, смотрите, здесь наклеечки. Вот эти мини-органайзеры тоже самые маленькие, самые большие. Так, здесь сколько штук? Так, по-моему, 40 штук, я не знаю. Ну, в общем, смотрите, как они открываются, закрываются легко. Вообще классные, мне нравятся. Большие картины особенно... Классно. Так, покажу вам картину, которую я буду выкладывать. У нас уже осень, у нас, правда, теплая осень, у нас плюс 23 градуса. Ходим в коротких рукавах еще. Вот такая картина. Как вы уже догадались, это калина. Калина и здесь в вазе. И грибочки. Вот такой сюжетик. Я думаю, что сюжетик знаком вам всем. А, тут синичка даже сидит. Сюжетик знакомый. Размер 40 на 30. Это магазин Миян. Как мы видим, у них прозрачная такая пленочка сверху. Это наливают они клей. Это клей, а не двойной скотч. Сейчас я вам покажу пропечаточку и символы. Символы здесь вообще простецкие такие. Это для малышни, как говорится, для начинающих. Посмотрите. Знаки вообще супер. Квадратные стразики. Пропечатка отличная. Вообще Миян классный магазин. Вот такая красота. В принципе, я думаю, несложно выкладывать. Особенно такой размер маленький. Так, у них вот стразы в зип-пакетах. Сейчас вам покажу. Извиняюсь, я тут открываю пакет. Стразики. Здесь у них, ой, посмотрите, какая маленькая бумажка. Калина. Размер 39 на 30, я уже померила. Все цвета. Так, что я написала? Тут неясные символы. О, боже. К это серый. Почему он неясный? Он ясный. Мне показалось. Да, ну вот К, видите, вот эти серенькие, они как бы не очень. Вот видите, здесь. Ну, мне понятно, мне уже понятно. К, потом Г. Не Г, а вот такой 17-й символ. Ну, в принципе, можно разобраться. Все нормально. Все нормально. И L серо-коричневый. L серо-коричневый. Серо-коричневый. Ну вот он здесь представлен. В принципе, нормально. Вот эта буковка Г как бы. И L. А L. L здесь. Нет. В принципе, все понятно. Так, что здесь? Калина. Калина красная. Так. Ну здесь цвета понятно, что красные, малиновые.
такие яркие цвета красивые. Есть темно-бордовый. Так, зеленые вот у нас представлены палитра. Смотрите, какой цвет красивый. Вот этот красивый, болотный, зелененький, травяной. Очень здорово. Так, оранжевые, коричневые. Коричневые, так я поняла, желтенькие. Это у нас на грибочки. Если так смотреть на них, в принципе, они все такие не дефективные, а очень даже ровненькие стразики. Но это ты никогда не знаешь, пока ты не начнешь выкладывать картину. Тогда уже будет ясно. У Миян обычно картины идут с круглыми стразиками. Но вот здесь они мне сделали с квадратными. Так, вот так я положу эти цвета. Серый, несколько серых цветов. Так, это зеленые. Два синих. Так, серые. Так, показала я вам серые цвета. Так, это что? Темно-коричневый еще. Так, что это у меня? Да, вот темно-коричневые вот такие цвета. Вот такой как бы кирпичный, я не знаю. Он и не коричневый, но и не красный, а что-то между среднее. Так, вот такой лиловый есть, такой серый, грязно-розовый. И так, это какой? Это темный, темно-зеленый, он как почти черный. Так, вот так разложу. И мятный. Обожаю такой мятный цвет. В общем, такая вот палитра получилась. Вот, я не знаю, может быть, мне на эту картину не раскладывать по контейнерам, потому что 30 на 40. Скорее всего, я оставлю в зип-пакетах, но я просто похвасталась вам, что есть вот такой вот органайзер, кому надо. Итак, я думаю, что начну я прямо сейчас и буду вам показывать, наверное, покажу, когда дойду до середины. Ну, а сейчас я с вами прощаюсь, большое спасибо. И до новых встреч. Пока-пока.